съезжайте с перекрестка с круговым движением. Продолжайте движение. Всем привет. Мы находимся в город Асен-Убрат. В данном видеоролике покажу, как можно добраться до Асеновой крепости. Крепость не очень большая, но ее можно посетить, если вы собираетесь посетить Башковский монастырь, один из самых больших на Балканском полуострове. После того, как вы въезжаете в город, вам нужно ехать только прямо. Никуда не съезжайте, только прямо. Через город, главная дорога. Через 300 метров плавный поворот направо. Плавный поворот направо. Вот здесь нам нужно повернуть направо. По этой дороге нам нужно подниматься только вверх. И через 2 километра мы доезжаем до Асеновой крепости. Дорога слегка серпентинистая, но всего лишь 2 километра, так что не стоит переживать. Будьте осторожны, здесь очень много пешеходов есть. А вот и Асеновая крепость. Через 200 метров ваше место назначения будет слева. Ваше место назначения находится слева. Вот, приехали.